89-й год. Остров Мэн. Актер Ричард Торнкрофт. Величайший детектив на телевидении. Поехали. Прибереги что-нибудь на ночь. Поверь, я не знаю устали. Мотор! Спецагент Брюс Майтхорн способен буквально разглядеть правду. Твои губы говорят нет, но мысли говорят да. Истина не скроется от Майтхорна. 25 лет спустя сюда тебя привела сама судьба. Слава осталась позади. Привет, красавица, я на кастинг Ричард Торнкрофт. Ни одна тварь не устрашит меня! Вы слышите? Да, глазам своим не верю. Известность покинула его. Никто не знает, кто я. Ты зрел, подобно изысканному вину. Скорее не зрел, а прокис. Но он вновь стал избранником судьбы. Подозреваемый сериубийц Пол Мелли сбежал из психиатрической больницы. Я буду говорить только с детективом Майндхорном. Или ждите новые трупы. Он думает, Майндхорн настоящий детектив. Найдите Майндхорна. В этом году. Эй, на корабля! Телекоп помогает раскрыть преступление? Пора спасать жизни. Ричард Торнкрофт. Вжих! Смотри, кто это? Сам Майндхорн. Вон какой стал. А это что? Последствия роскошной жизни. Ага, пироженки любим. Его лучший персонаж? Здравствуй, старина. Ни за что не выходи из роли. Иначе никак. Снова в деле. Когда позвонит, тяни время. Майндхорн заставляет их ждать. Они ждут, они злятся и совершают ошибки. Йоча, как дружок? Алло? Господи, трубку бросил. Джулиан Беретт. Тогда погибнут люди. Мы все умрем, и что теперь? Кто-то уйдет эффектно, кто-то с пшиком, а кто-то от венерической болезни. Пора узнать правду. Ты живешь иллюзией? Я вижу правду. Ричард. Как выгляжу? Словно тебе нужна помощь. Поздно. Я работаю один. Майндхорн. Девушку жестоко убили. Подробности обсудим позже. Можно мне американо с молоком? Уморительно.